1 августа этого года заработала новая сельская медицинская служба – мобильные ФАПы. Теперь фельдшеры регулярно выезжают в те населенные пункты, где совсем нет медработников. Все районы с первых же дней включились в эту программу. Например, в Беляевском нет медпункта только в одном селе – Сазан. Жителей в нем чуть больше 100. Мобильный ФАП организовали в близлежащем поселке Буртинский на базе местного фельдшерско-акушерского пункта. Здесь уже 8 лет работает фельдшером Ирина Успанова. Она-то и курирует население маленькой деревни. Все необходимое лекарственное снабжение у нас 100%. Заказывают люди, возим. И обслуживаем вызова также, если... Экстренно. Но приходилось уже кого-то госпитализировать? Да, вот у нас был случай последний, вот месяц назад, 56 лет мужчине, ночью был вызов, у него воспаление было, холецистит, госпитализировали его в хирургическое отделение, на данный момент его прооперировали, и в данный момент он уже дома. Фельдшер посещает жителей по графику 2 раза в неделю, если потребуется, чаще. Мунира Жумагалеева – труженица тыла. Ей сейчас 89 лет. Во время войны работала в колхозе, заготавливала хлеб для фронта. Зачем нам ездили в поле, в ботинках, обуться нечем, одеться нечем, кушать нечем, вот. Пахали на корове. Сегодня здоровье бабушки уже не то. В больницу добираться самой тяжело. Поэтому и она, и ее родственники очень довольны тем, что фельдшер приезжает к ней на дом. Так молодцы девчата. Они всегда приезжают, проверяют бабушки, давление мерят. И по первому вызову они всегда здесь. Мобильному ФАПу рады все жители поселка Сазан. Семья у Кубасовых тоже недавно обращалась за помощью к фельдшеру. Супругу внезапно стало плохо с сердцем. Снял тут сразу же ЭКГ новым аппаратом, передала в Сарахтаж. Но, правда, инфарктного состояния не было. Она сделала сразу несколько уколов. Пока он не успокоился, она сидела рядом с ним почти 2 часа. Вот он успокоился, все, и она уехала. Мы ей благодарны очень. По первому вызову приезжает вовремя, легка всегда. Вот так, в общем, она довольна мы. Местная власть тоже помогает медикам, следит за проходимостью дорог в непогоду. Недавно выделили помещение для работы фельдшера. Если село будет дальше развиваться, примем фельдшера на работу, и, может быть, так сказать, там будет полноценный ФАП, там здание нам выделяют в школе. Вот, сейчас там идет ремонт, вот, то есть все вот эти объекты соцкультбыта, они будут в здании бывшей школы, они будут объединены под одной крышей. Нам для этого очень удобно. У нас есть там санитарка, которая следит за помещением, отапливает, готовит к приезду фельдшера. То есть это работа, скажем так, отложена. В Оренбургском районе сегодня 16 сел, где нет постоянного медработника. Курирует эти населенные пункты 10 мобильных ФАПов. Основная цель – это посещение маломобильных граждан, это обслуживание и доставка лекарственных средств, охват патронатом беременных, новорожденных и детей до 18 лет. Семья «Шпитальник» переехала в поселок Аэропорт Оренбургского района совсем недавно. Младшему сыну всего 1,5 года. Фельдшер мобильного ФАПа приехала навестить малыша. У нас вторник-четверг, день здорового ребенка. Вам нужно будет прийти на прививочку. Медик осматривает ребенка, условия, в которых живет мальчик, дает советы молодой маме. Важно, конечно, что ребеночек смотрит, в порядке все у него или нет, проверяет. Хорошо, что приезжает. Мобильные ФАПы Оренбургского района провели уже более 170 выездов. Они развозят лекарства, при необходимости направляют нуждающихся в поликлинику или стационарное лечение. Поддерживает медиков и сельсовет. А мы, в свою очередь, доводим до сведения жителей график посещения врачей. Считаем, что эта работа необходима для того, чтобы как бы смотреть за здоровьем населения. Нам это важно и интересно. Только за неделю по всей области мобильные ФАПы делают до 300 рейдов по малым селам, осматривают более 2000 человек. Перемещаются они пока на машинах районных больниц. Но в региональном министерстве здравоохранения уже решается вопрос об обеспечении этих медицинских бригад специальным автотранспортом.